Ассаламу алейкум, курметте курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Жители микрорайона Бесаба жалуются на то, что им не предоставляют полную информацию. Последний отборочный этап юношеского чемпионата Азии по теннису прошел на днях в нашем городе. Сегодня прошло селекторное совещание с участием акима области Бельгаза Кусаинова. На заседании были рассмотрены комплексный план развития региона в рамках программы «Доступное жилье 2020», а также ход строительства кредитного и арендного жилья в нашей области. В настоящее время на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят на очереди более 15 тысяч граждан. Чтобы обеспечить их жильем, необходимо построить 782 тысячи квадратных метров жилья. Всего же до 2020 года в области прогнозируется ввести в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья. Строительство будет вестись по 7 направлениям. По линии местных исполнительных органов с реализацией через Жилстрой Сбербанк, арендное жилье для очередников, арендное жилье для молодых семей, индивидуальное жилищное строительство по программе «Занятость 2020» и другим направлениям. При реализации программы доступного жилья одним из необходимых условий должно быть строительство энергоэффективных жилых зданий. Первое, что касается строительства арендного жилья для очередников. По данному направлению необходимо, начиная с 2013 года, ежегодно вводить не менее 7,8 тысяч квадратных метров при выделении средств порядка 800 миллионов тенге. Необходимо осваивать микрорайоны «Панель-центр» и микрорайон «Шахтерский», свободные площадки нового Майкудука. На совещании также была заслушана информация директора компании «Темиртауский кирпич» о ходе реализации строительства кирпичного завода, а также прозвучала информация о строительстве в поселке Актас завода железобетонных изделий. По итогам совещания Бельгази Кусаинов дал ряд поручений, касающихся реализации программы «Доступное жилье 2020», развития стройиндустрии, а также выявления неиспользуемых земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. 3 миллиона квадратных метров жилья для Карагандинской области – это очень большие, огромные цифры. Они, естественно, требуют очень серьезных системных подходов в плане строительства этого жилья. И с этим мы вот сегодня на берегу должны договориться. Первое, я еще раз повторяю, качество – вот это должно лежать в основе всего этого строительства. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. За годы независимости в нашей стране наработан определенный опыт взаимодействия власти и политических партий. Тем не менее, механизм такого сотрудничества необходимо совершенствовать. Прежде всего, в таком направлении, как участие политических партий в решении социально значимых проблем региона. Об этом рассказал аким области Бельгазы Кусаинов на встрече с представителями региональных филиалов партий. Открывая встречу, глава области отметил, что задачей любой политической партии является защита интересов граждан, обеспечение их благосостояния. Потому решение стратегических задач по развитию Казахстана, поставленных президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, невозможно представить без эффективного взаимодействия государственных структур и гражданского общества. На встрече с представителями областных филиалов партии Абельгази Кусаинов рассказал о работе, проводимой местными органами власти по решению задач, поставленных в ежегодном послании главы государства народу Казахстана, о реализации государственных программ, о важнейших проектах, осуществляемых в регионе. Это важнейшие программы, которые дальше будут влиять на благосостояние наших граждан, в том числе, можно сказать, вот знаменитые наши программы, государственная программа развития образования, государственная программа развития здравоохранения «Саламат Казахстан». Для нас очень важная программа – это программа развития региона. Затем состоялся обмен мнениями, в ходе которого участники встречи внесли свои предложения о сотрудничестве между органами власти и политическими партиями в решении насущных проблем региона. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Жители микрорайона Бесаба жалуются на то, что им не предоставляют полную информацию. Они требуют, чтобы им сообщали все о проводимой работе по жилому комплексу в письменном виде. Первое требование – это хотели возмещение, денежное возмещение стоимости наших квартир или выдачу аналогичных квартир. Ничего сверхъестественного мы не требуем. То, что потерял народ, то и требуем. Больше у нас никаких претензий нет.
Сейчас время школьных каникул, сейчас время отпусков, люди ничего не планируют. Сегодня одно у всех страдание. Где будем жить? Огромное количество молодых семей, огромное количество беременных женщин. В 6 часов вечера жители микрорайона Бесоба собрались перед городским акиматом. Они говорят, что есть множество неразъясненных вопросов. К примеру, на официальном сайте акима выложен акт расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации только по рухнувшему 7-му дому. Жители 5-6 домов волнуют, почему нет никакой информации об этих многоэтажках. В каждом деле должна быть прозрачность, ясность. Вот люди одно говорят, другие другое говорят, и получается в интернете одно и третье. Мы просто собрались провести с вами конструктивный диалог. У нас есть много вопросов, касающихся хотя бы будущего этого жилья. Раз какая-то комиссия была, мы акта не видели. Они месяц ходили, там выясняли, что можно было показать нам акт. Ну а все же большинство бесобинцев волновал главный для них вопрос. Неизвестно. 2, 3 года, 4 года мы будем жить в моей бутылке. Сами накосячили. Дело в том, что... Вы же деньги в таком случае, которые государство выделяли, согласно квадратуре, разделяли на жильцов. Да, вот такой вариант, почему не рассматривается, почему крайний метод моей бутылки, и почему с нами никто не консультируется, никто не посоветовался, никто не спросил, а как вы бы хотели? Только ваше решение конечное, и все. А акиматовцы, в свою очередь, попросили жителей запастись терпением. Вы дождите, сейчас пройдет ответ. Мы всех соберем, всех предупредим. Точно так же будут по дому инициативные группы, как мы там заявили. Каждый подъезд поделены, за ними будут закреплены наши служащие. Которые будут номера телефона, которые будут отвечать на вопросы. Здесь будет окошко внизу, всю информацию будет, телефоны будут работать, которые. Мы будем все это размещать. Сейчас как идет дело, мы будем это все размещать, чтобы любой человек мог зайти в сайт спокойно и посмотреть, что как работа идет, как продвигается. Мы это будем все размещать. По предварительным данным, жители должны съехать за это лето, так как строительство нового жилого комплекса, возможно, начнется осенью. Бесобинцы сошлись во мнении, чтобы власти не забывали про них, надо регулярно напоминать о себе и коллективно собираться. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Совсем недавно в нашем городе стали красоваться новые остановочные павильоны. Чиновники утверждали, что металлические, отделанные стеклом со всех сторон остановки, выдержат даже сильные удары. Однако не прошло и месяца, а новые места ожидания общественного транспорта находятся в ненадлежащем состоянии. Более того, портят эстетический облик города. 127 миллионов тенге, именно столько выделено из государственной казны на установку 80 новых остановочных павильонов шахтерской столицы. Вот только новые места ожидания общественного транспорта радовали красотой и новизной карагандинцев недолго, поскольку привычка горожан делать из остановок доску объявлений никуда не делась, что явно портит эстетический облик Караганды. Местные власти с таким безобразием, судя по всему, бороться не спешат. Несанкционированное расклеивание этих объявлений по данному факту мы тоже реагируем, даем предписание подрядчикам нашим, кто осуществляет содержание дорог. В рамках содержания автодорог производится очистка. Согласно действующего законодательства, данная норма по привлечению к административной ответственности вот этих вот административных правонарушителей, будем говорить так, это должны заниматься как бы участковые, это органы внутренних дел. То есть мы как бы, у нас нет этих рычагов, мы не можем воздействовать. Объявление – это только полбеды. Местные хулиганы то и дело демонстрируют свою силу. Сейчас на новых остановочных павильонов уже можно не досчитаться некоторых стеклянных вставок. От антивандальных, по словам чиновников, стекол остались лишь осколки на земле. Каких только остановок не видели наши горожане. Все они должны были отвечать не только эстетическим стандартам, но и быть функциональными, спасать от дождя и ветра. Однако красота и функциональность теряют свой смысл, когда некоторые горожане не проявляют сознательность. Мы должны антивандальные остановки, антивандальные объекты должны строить. Потому что это присуще не только нам, нашей молодежи. В России, оказывается, борются каким образом? Значит, номера объявлений, они заносит в компьютер, и компьютер автоматическим образом звонит в эти номера,
и эти номера становятся, ну, как бы, вне, ну, заполненными и не могут им добиться настоящих клиентов, этих адресатов, этих объявлений. Если бы была доска вот специально для объявлений, тогда было бы, конечно, лучше, люди бы на остановках не клеили. Рядом с остановкой поставить так небольшую. Ой, наверное, трудно. Это надо менталитет у человека поменять. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В департаменте таможенного контроля по Карагандинской области прошла конференция на тему защиты объектов интеллектуальной собственности. Подробнее о материале нашего корреспондента. Департаментом таможенного контроля по Карагандинской области активно принимаются меры, предусмотренные законодательством по защите прав правообладателей на объекты, в частности, связанные с приостановлением выпуска товаров и извещением правообладателя о нарушении их прав. Был приостановлен выпуск товаров запчастей марки «Каяба», и в рамках взаимодействия с департаментом юстиции к нам в город Караганда прибыл правообладатель этой марки из города Алматы, и в рамках взаимодействия они также обратились в департамент юстиции, так как помимо предусмотренных законом мер защиты в судебном порядке прав правообладателей, также еще существует административная ответственность. В основном при остановлении товаров производится по алкогольной продукции, запасным частям к автомобилям, кондитерским изделиям, таких как Арарат, Мартель, алкогольная продукция, Тойота, Мерседес-Бенц, запасные части, Муму, Красная Шапочка, кондитерские изделия. Вообще законодательством предусмотрено, ну, во-первых, это административная ответственность, если правообладатель обратится с заявлением о проверке в органы юстиции и будет состав административного правонарушения установлен. Также в основном здесь идет согласовательные меры между правообладателем и лицом, завезшим эти товары. Мы предоставляем такую возможность, извещаем правообладателя, и он уже в свою очередь имеет право подать в суд в гражданском порядке за восстановлением своих прав. В прошлом году департаментом таможенного контроля по Карагандинской области был приостановлен выпуск товаров с торговыми марками BMW и Чокопай. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Асия Кусаинова, имя этой ученицы 11 класса, теперь известна и в Америке. На Всемирной выставке научных проектов она заняла первое место со своей разработкой в номинации «Механика и электрическая инженерия». Асия – победительница многих республиканских олимпиад, а вот международный опыт для нее в новинку. Помимо основной награды за свое изобретение, Асия удостоилась и других почестей. Кроме того, было там такое понятие, как спешл награды, специальные награды. И с этих специальных наград меня наградил сам король Саудовской Аравии, кинг Абдул-Азиз его зовут. И в номинации «Возобновляемая энергия». Кроме того, мне подарил грант университет имени Карнеги Меллона и также наградил меня премией в номинации «Климат и энергетика». Выставка проходила в США, штат Пенсильвания, город Питтсбург. Со слов молодой ученой, после поездки в ее жизни поменялось многое, вплоть до мировоззрения. Там приходилось перестраивать себя для более удобного общения и представления своего проекта жюри, которых, к слову, было 30 разных составов. Америка – это та страна, которая работает на публику. У них нужно суметь представить свою работу так, словно ты стоишь на сцене или играешь в каком-то фильме. Асия с удовольствием продемонстрировала нам свое изобретение. Этот источник альтернативной энергии изобретен с учетом климатических условий Казахстана. Многие ветряные мельницы не могут набрать необходимые обороты при такой скорости ветра, как в Казахстане. Асия же посмотрела на проблемы иначе и с учетом всех поправок сделала необходимые изменения в разработке. Принцип заключается в том, что если футбольный мяч или теннисный шарик бросить врата закруткой, то есть не просто, чтобы он полетел прямо, а чтобы он еще и сам каким-то образом, как юла, вращался, то он никогда не полетит прямо, он обязательно отклоняется от прямолинейной траектории и появляется какая-то сбоку сила, которая давит на него и куда-то его в другую сторону отворачивает. То есть здесь мы вместо мяча футбольного мы использовали цилиндр переменного сечения. То есть мы эти цилиндры заставляем сами вращаться, чтобы каждый из них вращался в свою сторону. То есть он сам вращается, плюс к этому ко всему, когда отсюда появляется воздух, он обволакивает этот воздух вокруг себя и толкает его дальше. И получается, ветродвигатель вращается в двух степенях. Вокруг себя и еще таким образом идет вращение. Эту инновацию высоко отметили все члены жюри, особо отметив, что изобретение создавалось с учетом родной страны. После возвращения Асия думает над предложениями о поступлении от университета
университетов Европы, а также о будущем своей разработки. Будущее своего изобретения, ну, как бы, в большей степени, конечно, оно с научной стороны, возможно, оно зависит от меня, но здесь есть еще и финансовая сторона, которая уже будет зависеть от чего-то вот, или от кого-то другого. И будущее у этого проекта достаточно большое, потому что если действительно поставить такую установку в реальности, то Казахстан сможет сэкономить очень большие деньги, потому что как здесь уже будет, как можно сказать, два шага. Один краткосрочный шаг, а другой уже на длительную перспективу. Эта установка окупает свою себестоимость в течение 3 лет, после чего начинает давать электроэнергию абсолютно бесплатно. Директор школы никогда не сомневался в талантах своей ученицы. В том, что Асия вернется с победой, мы не сомневались. Потому что здесь, в нашей школе, я думаю, вот сейчас после победы Асии, вот на таком огромном, так большом масштабном международном мировом форуме, она еще более нас, наверное, мы еще более сами убеждаемся в том, что та траектория, которая выстроена в нашей школе, траектория индивидуального развития одаренного ребенка, значит, эта траектория работает правильно. Еще один талант этого учебного заведения – это Таймаз Байтанов. Он удостоился стипендии на обучение в Санкт-Петербургском университете за множественные победы. Готовились к олимпиадам, участвовали в олимпиадах различного уровня, начиная от областных до международных. Ну и, видимо, обратили внимание и сами пригласили, чтобы получить стипендию лауреата Нобелевской премии Журеса Алферова. Со слов Таймаса, получить премию из рук Нобелевского лауреата – это необыкновенное чувство. И несмотря на 84 года, он абсолютно не выглядит на этот возраст. Далее в планах молодого человека, конечно же, поступление в российский университет, стажировка и возвращение в Казахстан. Смотря на этих молодых людей, становится спокойно за будущее страны и молодежи. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Скорость реакции, мышление и отточенная координация – все эти качества свойственны настольному теннисисту. Последний отборочный этап юношеского чемпионата Азии прошел на днях в нашем городе. Самую первую спартакиаду принимал Костанай, а далее соревнование переместилось в шахтерскую столицу. И, видимо, здесь организаторов все устраивает, так как старты проводятся уже в 5-й раз. 6-я спартакиада среди школьников и учащихся колледжей собрала самых перспективных теннисистов со всей республики. По словам организаторов, некоторые команды из-за недостаточного финансирования приехать не смогли. Но, тем не менее, самые сильные спортсмены на соревнования прибыли. Караганда выбрана не случайно. Уже на протяжении многих лет костяк женской сборной составляет именно наши спортсменки. Организаторы надеются, что эти соревнования станут отличной школой мастерства и кузницей будущих талантливых спортсменов. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите ей поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбон Лаздар.